Владимира Ивановича Якунина. У нас еще есть наш исторический музей. Мы с вами туда с сохранителем сходим. Там есть исторические фотографии тех времен, когда во время блокады наш вуз работал. Строй отрядов. А вот такой музей нашей славы космической, ракетной. Поэтому есть предложение. Вы все потрудитесь, познакомились с моим веком и перейти к приятной части награждения. Что там? Да, еще секунду. Да, значит, чтобы нам в конце потом не возвращаться к словам. Первое, если кто захочет, у нас сейчас будет деловая гостиная со студентами, это диактовый зал. Если кто захочет, может остаться и пойти туда послушать, позадавать вопросы и еще больше приобщиться. Если кто не хочет, устал, может, естественно, отдыхать и по своей программе уже. Может быть, у кого-то останутся вопросы, или кто-то хочет посетить и музей, или послушать, может остаться здесь. Все представители музея у нас вот, присутствуют. Да, Валентина Ивановна. Оба музея. Да, оба музея можно посмотреть, более конкретно задать вопросы. И ответить, значит, получить вопросы, задать вопросы, получить ответы на связанные с поступлением. Это что касаемо сегодня. Также у нас будет день открытых дверей. Артем Михайлович, какого числа? 21. Значит, 21 марта будет день открытых дверей. Уже конкретно можно, кто не обходил, да, на день открытых дверей, посмотреть на кафедры ведущие, пообщаться со специалистами кафедры и уже конкретно для себя определить свою траекторию дальнейшую. В принципе, все. Теперь, Прогорьевич, переходим.